17 октября во втором корпусе Казанского федерального университета прошла встреча с Олегом Стеняевым. Известный писатель, публицист и богослов провел встречу со студентами Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Священник Русской православной церкви затронул многие темы, которые касаются современного мира и духовного мира человека. Также особое внимание Олег Стеняев уделил образованию и традиционным ценностям. Помимо этого, на встрече присутствовала и заведующая кафедрой философии и религиоведения Казанского федерального университета Елена Кузьмина. В эти дни в Казани вчера и сегодня проходит православная книжная ярмарка «Радость слова», которая организована издательским советом Русской православной церкви. После планируется интеллектуальная игра для студентов на соответствующую тему. Ждем очень интересные насыщенные мероприятия. В обсуждении также приняли участие и сами студенты. Поднимались вопросы, касающиеся самоопределения и семейных ценностей. Встреча с Олегом Стеняевым была запланирована в рамках православной книжной выставки форума «Радость слова», которая проводится в 2023 году в городе Казань. Богослов беседовал со студентами о важности традиций и семьи для каждого человека. Сегодня было праздничное богослужение в кафедральном соборе. А сейчас будет просто встреча, будем говорить о традиционных ценностях и с учетом традиционных религий. И они должны думать о своих традициях, о христианских традициях, исламских традициях, иудейских традициях. Потому что без традиций жизнь – это все равно, что без фундамента. Подобные встречи в Казанском федеральном университете проводятся часто. В современном мире очень многое зависит от взаимодействия разных поколений. Олег Стеняев поднял важную проблему отцов и детей. Также он отметил, что у студентов Казанского федерального университета есть большой выбор в определении своей будущей профессии. Николай Суховский, Кристина Тёкина, Фарид Захитаглы, Универньюз.